Алексеич! Куда это? Намылился! Да вот собрались с женой. Разводиться? Да нет, в театр. Театр, Савельич Алексеевич, посиди сейчас. Сейчас мы тебе большой покажем. Покуролесим сейчас потихоньку. А тут я, знаете, легко. Завязал. Завязал. Почему? Ну вот, ты прошлое лето помнишь? О, прошлое лето мы сидели тут, мам, футбол даже раз вышли. Вот. А я не помню. Активный отдых. Этой разновидности времяпрепровождения посвящено множество научных трудов, многолетних исследований и даже предмет школьной программы «Физкультура». Об активном отдыхе мы знаем все, поэтому он нас не интересует. Менее пропагандируемый, но более популярный пассивный отдых – цель нашего расследования. Пассивный отдых – это отдых, который не дает ни пользы ни тебе, ни окружающим. Наверное, сидеть дома. На диване лежать. У себя на кровати. С пивом, чипсами у телевизора. Наверное, побольше относится к молодежи. Почему? Ну, они более такие развитые, что ли, по-своему. Пассивные, малоактивные. Ага. Ну, что-нибудь наподобие. Бездельничать. Ничего не делать. В кафе где-то сидеть или что-то такое. И чем заниматься? Ну, там родня, там найдем чем заняться. Не знаю, наверное, пьянкой. Ну, вообще-то тоже активный. Это не отдых, а так, мук. После первой мучительной, так сказать, разогревочной фазы у отдыхающих наступает новый этап. И вы знаете, чем они занимаются? Все, уже весело, делать больше нечего. Поют разные песни веселительные. «Ой, мороз», например, летом. Сношу себе рубаху с крапивного листа, к примеру. Могут встать там в круг, спеть песенку там. От улыбки станет всем светлее. Бутылка кефира полбатона. Может, Катюш там как или кому что нравится. Раз словечко, два словечка. Да, наверное, Децл. Нет, Децл нереально. Мы пели, когда я учился в школе, песни о любви мы пели. Рамштайн, Мерлин Мэнсон. Мне эти певцы нравятся, но петь не буду. А я их не помню. Блин, я вообще ничего не понимаю, что ты меня спрашиваешь. Кстати, абстрагированность от окружающей действительности является явным признаком отдыхающего. Вы понимаете, о чем я говорю? Не понимаете? Отдыхайте. Тыч, 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 парарурай, парарурарурарурай, парарурай, без меня тебе на нарах. Это кто? А это новенький с второго подъезда. Ну-ка позови. Пойди сюда! Как звать? Лёха. Лох? Да. Аккорды знаешь? Не все. Ну покажи что-нибудь. Подержите.
Закурить есть? Нету. Ребят! А я еще на скрипке могу! Василек, ну хоть бы пошел живнул что-нибудь. Ну, целый день трындычишь и трындычишь. Пойдем хоть пивка что с собой выпьем, Василий, а? Ну слушать же твой скрип уже невозможно. Пожалей ты себя. Бать, ты что не видишь? У меня сальфетки. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, нежно. Струна осколка. Здравствуйте, ребята. Здорово, Вован. Здорово. А где же Алексей? Вован, Леха уж месяц назад как переехал. Вован, да чё ты расстраиваешься-то? Чё ты забился-то? Ну, уехал и уехал. А мы сейчас с Павликом в культпоход пойдем, а? Вован, пивка возьмем, винца. Малиновый звон. Малиновый звон? Ни в коем случае! Ни в коем случае! Только водку! Засунул свой рюкзак, двухместную палатку, консервный ножик, зонт и купальную шапку, санки, леску, рыболовный крючок, зубную щетку, мыло и намылился поход. Вот они, неведомые тропы, кинопутешественник в мире животных. Поют дрозды, вокруг летают бабочки, все в сачке, но домашние тапочки. Через 4 часа блужданий по лесу, к природе ты теряешь всякий интерес. Комары обнаглели, ты не чувствуешь ног, а какое-то животное уперло бутерброд. Но есть еще одна проблема, ты заплутал, такого расклада ты никак не ожидал. Вспоминай природоведение, ориентируйся по мху. Ты оказался один в этом долбанном лесу. Обратите внимание, мы видим типичного представителя урбанистической культуры. Он совершенно не приспособлен к выживанию в условиях дикой природы, поэтому шансов у него практически нет. Скоро стемнеет, и ты видишь сосну. Вперед к вершине, найди цивилизацию. Твоей интимной жизни поставлена точка. Скажи, какого ты попёрся в одиночку? Отдыхай с друзьями, ведь говорила тебе мама. Лягушки. Лягушки средней полосы. Проснулся. У них за шейными позвонками имеется два воздушных пузыря. При надувании они работают как резонаторы.
Именно их звук ну зачем? И принимаем за квак. Зачем а его нужно было брать? Мухами. Будет или, интересно. О, комарами. Животновед. Комары, это кровососущие. Натуралист. Они, все мозги уже съел. Носом, которым проникают в поры своей жертвы. Вы, несомненно, правы, Василий. Например, удивительно неприятная личность. Человек. Не человек, а животное. Стая комаров. В его словах я постоянно слышу скрытую угрозу. По сравнению с ним, костры, индийцы, карманный фонарик без батарейки. Надо гнать его. Гнать в лес. Окунь к зверям живет, по соседству с лягушкой.